Есть звук? Есть звук? Чё вы ржёте? Напишите, есть звук или нет? Есть звук? Олег, звук здесь. Есть! Yes! Охуенно, я уже испугался, что на новом айфоне нет звука. Ну что, это Олег Прокачка. Здорово! По традиции, 9 вечера мы собираемся каждый день для того, чтобы объявить нового счастливчика, нового победителя, который залетает ко мне в сторис. У нас залетали люди и за пятерку, за 5000. У нас залетали люди за 70 рублей, за 666 рублей. За разные суммы денег залетают люди. Вот просто люди наугад кидают и реально, блядь, залетают в сторис. Сегодня у нас снова, блядь, сделали свет, да? Света меньше сделали. Ладно. Итак. Сейчас я объявлю нового победителя. Сегодняшний победитель перевел 400 рублей. Любовь Юрьевна, моя ж ты хорошая, Любовь Юрьевна решила сегодня залететь в сторис к Олежке за 400 рублей. За 400 рублей. Значит, ее инстаграм l.bogdanova. Bogdanova. Я сейчас поставлю в следующем сторис. Будет наша дорогая Любовь Юрьевна, которая сегодня просто осчастливилась, которая залетает за 400. За 400. Зачем? А? Забыла о машине? Сейчас. Так. Итак, да, все, я сказал. Я сказал, Любовь Юрьевна сегодня залетает в сторис. Сейчас я прорекламирую вас, Любовь Юрьевна. Если вы смотрите, то обязательно кидайте мне в директ, что нужно отрекламировать. Если нет, то я зайду на вашу страницу, напишу вам в директ, мы спишемся, и я поставлю то, что вы захотите, моя хорошая. Значит, что еще интересного? Сегодня вышло новое видео у Миши Литвина на YouTube-канале, где он рассказывает про то, как его наебал Гена. Да, я думаю, что Миша не последний человек, который записывает это видео. Поэтому можете пойти к Мише, посмотреть его ролик, как его Ген наебал. Либо можете в телеграм-канале на нашем, не на нашем, а который посвящен Гене, также посмотреть ссылку. Вот. Я думаю, что очень скоро совсем пиздец придет Генке. Ну да не о нем речь. Завтра в 9 вечера мы встречаемся в прямом эфире для того, чтобы снова найти победителя. Напоминаю, что карта привязана к профилю Инстаграма, потому вы можете каждый день прислать любую сумму денег и просто залететь ко мне в сторис, как это делают другие уже на протяжении недели. Так что всем удачи! Давайте пару вопросов. Помирился? Нет, не помирился. Привет. Хабиб или Парье? Вот интересно. Это очень интересно. Конечно же, я буду болеть за Хабиба. Когда песня в процессе. И тебе удачи. Спасибо. Я напоминаю, что каждый день всем назло мы собираемся здесь в 9 вечера и определяем победителя, который залетает каждый вечер ко мне в сторис. Один человек может, кстати, позалетать несколько дней подряд. Вообще, в принципе, каждый день может один и тот же человек залетать, если он очень богатый. Все. Давайте, я вас обнимаю. Сегодня пятница. Не забудьте хорошо погулять. И, конечно же, не просыпайтесь в одиночестве. Найдите сегодня себе пассию и понаслаждайтесь сегодняшней ночью. Давайте, я вас обнимаю, я вас верю, у вас все получится. До завтра. Это Олег Прокачка, ребята. Мы только начинаем.